сегодня у нас на повестке дня стоит, понимаешь, ребром проблема. Какая проблема? Проблема. Шрифт. Шрифт в играх. Это ужасно. Это кошмар. Вот такие игры с таким шрифтом маленьким, что и не разберешь вообще, что написано. И с огромными объемами этого текста. Как у них РПГ. РПГ почему-то этим часто грешит. Решит. Особенно изометрическое РПГ. А здесь у нас Battle Island. Islands. Battle. О! Мышка накрылась. То есть этот как... Этот... Не накрылся. Аккумулятор сел. Аккумулятор мышечный. Эй. Это тоже. Вторая мышка тоже с севшим аккумулятором. Так что не будет никаких вопросов про видео, про игрушку, про текст, про это. Все, отыгрались. Ну ладно. До новых встреч. Господи. А, нет. Без мышки можно отключить видео. До новых встреч с прокачанными мышечными этими аккумуляторами. Так сразу. Три змеи, сросшихся или завязанных узлом. Фирменный знак. На наушниках. Так. Ну и без мышки можно играть. Вот как. Летает все, движется, живет. Вот кролик там, олень, все бегают, прыгают, птички поют, лягушки квакают. Ну ладно. Обзор игры Battle Islands закончен. Следите за нашими выпусками. Подписывайтесь. Будет еще интереснее, если мышка не откажет. Привет!